Посольство США в Баку предупреждает граждан Соединенных Штатов о возможной угрозе их безопасности в Азербайджане. Это уже второе за последние две недели обращение к американцам в этой южно-кавказской стране. В Госдепартаменте говорят о потенциальных взрывах, направленных против интересов Вашингтона. Американское внешнеполитическое ведомство призывает сограждан быть бдительными в общественных местах и в транспорте. В свою очередь, МВД Азербайджана заявляет, ситуация в стране находится под полным контролем.